Приветствую всех на канале «Есть поесть». Вот скажите, ну кто из вас не любит котлеты? Это, пожалуй, самое популярное блюдо из фарша. И, конечно, у каждой хозяйки есть свой фирменный рецепт. Сегодня я приготовлю не совсем обычные котлеты из мясного фарша с добавлением печени. Они получаются невероятно вкусными, сочными, нежными, буквально тают во рту. А список ингредиентов смотрите под описанием к видео. В чашу измельчителя кладу подготовленную промытую печень, я использую куриную. Добавляю резанный лук, немного чеснока, соль с расчетом сразу на всю порцию, специи по вкусу и панировочные сухари. Их можно сделать самостоятельно из подсушенного хлеба. Измельчаю до однородности. Не пугайтесь, что масса получается довольно-таки жидкой. Далее беру свино-говяжий фарш. Подойдет любой, главное, чтобы он был такой плотной консистенции. Выливаю туда печеночную массу, хорошенько размешиваю, отправлю в холодильник и оставлю минут на 30, чтобы сухари набухли и фарш загустел. Затем размешаю еще раз. Если фарш остается жидким, добавьте еще сухарей. Далее влажными руками формирую котлеты желаемой формы и величины. Обваливаю в панировочных сухарях. И таким же образом формирую остальные котлеты. Друзья, смотрите на моем канале еще больше рецептов различных котлет. Все они очень вкусные и просты в приготовлении. Выкладываю котлеты на сковороду с разогретым подсолнечным маслом, обжариваю с одной стороны, затем переворачиваю, поджариваю с другой стороны и довожу до готовности. Я это обычно делаю под крышкой. Как я уже говорила, котлеты получаются мягкими, очень нежными и сочными. Нельзя сказать, что не чувствуется печень, но ее вкус несколько отдаленный, присутствующий лишь небольшой ноткой. Кстати, вместо куриной печени можно взять любую другую, но именно в этом случае котлеты получаются особо нежными. Друзья, если вам понравился рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. Подписывайтесь на канал «Есть поесть», а я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео.